Мы собирали эту команду спикеров почти целый год. Огромное количество переговоров, командировок. Была идея в том, чтобы собрать в 2019 году всех ведущих эндодонтистов на сегодняшний день. Самые громкие имена. Сейчас даже не верится, что вся эта работа позади и все спикеры подтверждены. Было непросто достичь договоренности с Мартином Троупом и Сэмом Кречманом, ведущие представители Пенсильванского университета. Это очень важная часть Конгресса. Помимо лекций в научной программе, у них будет отдельный UPenn-воркшоп. Очень давно в России ждут Йоши Тераючи. К нему было сложнее всего попасть в график. На сегодня это самый известный в мире специалист по извлечению сломанных инструментов, который показывает просто невероятные техники в этой области. Конечно, мы с ним тоже делаем выделенный воркшоп с практикой. Профессор Элизабетта Котти, Рикардо Тонини, профессор Гамбарини, Антони Сканиотис. Без этих имен сегодня нельзя представить ни один конгресс по эндо мирового уровня. Профессор Коше из Парижского университета. Сегодня это ведущий специалист в мире в области эндохирургии. И в России он будет впервые. От российской стороны принимать конгресс будет, конечно же, профессор Макеева. Всех очень удивит площадка. Это фантастический новый конгресс-комплекс в центре Москвы, ЦДП, цифровое деловое пространство. Шикарный зал, огромный светодиодный экран, камерные залы для воркшопов. Это будет совершенно новый формат.